Международный день учителя в столице Приморского края официально открылся Владивостокский педагогический колледж. Сейчас в крае делается многое для поддержки и развития образования, закрепления кадров, укрепления авторитета педагогов и наставников. Многие наши учебные заведения пополнились новыми методическими предметами, обновили свой технический регламент. Во многих школах и учебных заведениях прошли ремонты. Безусловно, правительство Приморского края делает все возможное для того, чтобы труд педагога, профессия была уважаемая, для того, чтобы она привлекала молодежь. Для этого выплачивается единовременное пособие. Безусловно, мы поддержим молодых педагогов в период их первых лет, выделяем дополнительные денежные средства. И, безусловно, это те наставники, которые сейчас в школах подготавливают молодежь, которая делает первые шаги в системе образования. Профессия педагога имеет огромное значение для нашей страны, для воспитания того поколения, которое придет на смену вам. Именно вы будете закладывать в таких малышах первое познание о родине, первое познание о добре, об уважении к старшим. Практика предыдущих лет показывает, что во Владивосток приезжают молодые специалисты со всей страны, от Подмосковья до Камчатки. В целом за год около 60 учителей находят здесь свое призвание. У нас такая возможность есть. И вы сейчас, и впоследствии ребята будут сюда приходить и выпускаться учителями. Учителями начальных классов, воспитателями в детских садах. Ну это настолько круто. Воспитатели в детских садах – это, наверное, еще важнее, чем первый учитель. Потому что благодаря вашему доброму сердцу, мудрости, вдумчивости, ребенок, мальчик, девочка, они обретут тягу к знаниям. Надеюсь и уверен, что та команда, которая сейчас сложилась, а Сергей Викторович с большим вниманием относится к огромной команде, огромной семье своего министерства и педагогических колледжей, мне бы очень хотелось, чтобы вы вышли по-настоящему с горящим сердцем. И любили бы детей, и понимали, как сделать так, чтобы каждый ребенок загорелся. Загорелся желанием учиться и полюбил бы знания. Владивостокский педагогический колледж – старейшее учебное заведение Приморского края, образованное еще в 1930 году. В настоящее время в колледже обучается 367 человек. Первый выпуск состоится в 2025 году. Закончит колледж 72 человека. Артем Белов, Диана Иванова. Новости на восьмом.